Всем привет! И снова я в лесу, снова в лагу. Собираем чагу. И опять рог попался. Мышки, правда, вообще весь обглодали. Сейчас еще пройдусь вокруг. Вдруг все-таки где-то рядом есть. Вот. А так пока что килограмм 7-8 чаги набрал. Вот. Ладно, если сейчас второй найду, покажу. Короче, рог второй не нашел. Ну, как обычно. Нашел чагу. Парочку уже срубил. Вот еще одна. Килограммчик будет. Рог торчит из рюкзака. Этот рюкзак уже тон 30, наверное, чаги-то перетаскал больше. Ладно, идем дальше. Вот такая вот березонька попалась. Раз, два. Здесь вон третья. Там четвертая, пятая. Пять штук сразу. Тут еще дубы растут. Еще рановато веники делать. Но скоро уже начну веники заготавливать. Вот. Ладно. Попол срубить. Ну, он срубил. Три срубил, там две не стал. И маленькие еще остались. Вот это килограмм 5, эти где-то по полторашки. Считайте, что 8 килограмм. 500 рублей 3 минуты. Идем дальше. Думала, спряталась. Ага, вон она какая. Шикарная. Килограмм под 7-8 вытянет. А там маленькая. Во. Сейчас отрубим. Ну все на сегодня. Что-то сегодня особо чага закончилась. Много не насобирал. Два мешка полных. И этот наполовину. Где-то килограмм 60-65. Не густо. Ну и рог такой страшненький. Да пофиг. Примут. Ну ладно. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Скоро выйдет видео. Сейчас эксперимент по иван-чаю делаю. Выгодно или нет. Вот, ждите. На днях выйдет.